Добрый день, с вами проект «Отдых 63.ру», меня зовут Ирина Егорова, и сегодня у нас в гостях актер Самарского театра драмы, ведущий и шоумен Георгий Кузубов. Здравствуйте, Георгий. Приветствую. Для большинства жителей Самары вы известны в первую очередь как талантливый актер, и поэтому нельзя не спросить, расскажите, как прошла недавняя премьера, спектакль «Пули над Бродвеем», как его встретила ваша публика? О, это хорошая очень история, во-первых, потому что сам материал очень легкий, Вуди Аллен. Тема художника и человека, там все время эти качели у героя происходят, так как пьеса о любви, и там основной вопрос, кого женщина любит в творческом человеке, художника или человека. Приняли хорошо, потому что материал такой легкий и интересный и для зрителя, и для актеров, и поэтому прошло все хорошо. Что сейчас у вас в приоритете на первом плане? Работа в театре или ведение мероприятий? Приоритет всегда был театр и только театр, и тут не обсуждалось даже никогда. Всегда мне была радость, если у меня стоит спектакль, а мне предлагают мероприятие какое-то. Мне было спокойнее, лучше отыграть спектакль, нежели вести мероприятие. И от этого, в свою же очередь, получается всегда очень такой живой этот момент, потому что они очень редко проходят, все эти корпоративные мероприятия или там, светские какие-то, неважно, не суть. И от этого такой немножко драйв. Жители Самары в качестве кого вас узнают чаще? В качестве ведущего или в качестве актера? Сейчас уже, наверное, в качестве актера. А до этого было, когда я начинал работу, кто-то видел меня в клубе, а потом приходил и видел в образе Ромео. И очень даже удивлялся, когда, оказывается, так все происходит. Образы были разные в клубной сфере. И Жоржетто там был персонаж такой. И поэтому, когда человек идет вроде Шекспир, Ромео, он говорит: «О, Жоржетто». И поэтому такая история была своеобразная. Я как-то не обращал внимания. Люди и люди, кто как знает, узнает. Не это важно всегда. В последнее время к профессии ведущего, шоумена, появился очень большой интерес. И вот на ваш взгляд, почему это происходит? Хорошо, что вы задали этот вопрос, потому что, вообще говорю, измельчала эта профессия на самом деле, потому что кому не лень, туда люди залезают. И что они попадя делают? Потому что, как говорили раньше, измельчал артист. Вот такие есть выражения. И вот здесь измельчала профессия в плане того, что вообще энергия другая. И другое все восприятие, и все как бы так легко и просто в жизни происходит. Это ведущий, конферансье. Раньше как это вообще было, какая история, это как тамада в то же время. У нас это как-то звучит обидно, но на самом деле это очень почетный человек там, на Кавказе. И это ого-го, чтобы тебе позволили вести стол или вообще там, это очень надо быть хорошим человеком, и не только хорошим, еще и много качеств надо себе сочетать. А тут как-то все нынче. А, че, как, добрый вечер, все такие, типа, я свой чувак, а тут свой чувак не проканает, на этом не выйдешь, потому что я очень долго не шел в эту профессию. Где-то как-то пару раз пробовал, но не мое, не получается, не идет, не хочу. Ну, это ответственность большая, взять праздник и его провести. И надо же провести, чтобы на ура все прошло, а не нормально, да, возьмите, вот спасибо. Такого быть не может. Либо рок-н-ролл, либо зачем все это нужно. Сейчас на этом уровне вы можете сами выбирать те мероприятия, которые хотите провести? То есть отдаете ли вы конкретные предпочтения? Выбираю в плане, что, что удобно, что неудобно. И какие-то мероприятия есть просто мои, не мои, в плане там, есть на улице работа какая-то там, где активные игры там, да, или еще какая-то компания выезжает, вот надо с ними там зимой носиться по улицам, там играть все. Я не люблю холод, я не хочу на холоде быть, я лучше дома посижу в этот вечер и не заработаю там какую-то сумму денег, чем я буду этим заниматься, потому что я не хочу. Есть люди, которые этим занимаются, специализируются на этом, которые это любят. Мне эти вот игры как-то не очень нравятся. Мне нравится, чтобы все было удобно и комфортно. Что можно сказать об уровне организации развлекательных мероприятий в Самаре в целом? В большей степени скажу, организации у нас нет. Вот как таковой ее нету. А если она есть, то она на таком, даже не уровне, а на такой энергии, на таком, что люди раздражаются, люди напрягаются.
У людей как будто бы забрали все, оформили на них кредиты, их заставили работать, еще их за это избивают. Это причем во всей сфере, даже в любой ресторан приди, просто даже обслуживающая сфера, неважно. У людей панихида на лице просто 24 часа в сутки. И это везде происходит. Я сразу вспоминаю показы в Victoria's Secret. И вот, во-первых, что происходит на сцене, это одно вообще божество, да, что там творится. А когда камера уходит в закулисье, там стоят с рацией все при параде, все, окей, yes, да, раз, давай, дай пять, отлично, сейчас ты, раз, два, три, пошел, да, давай, опти. У людей радость от того, что они делают, все организовано, все сделано. Можно ли сейчас сделать некий прогноз о том, что наступит такой момент, когда в вашей работе останется только одна из сфер деятельности? В сентябре я уже переезжаю в Москву. Повезло мне так, я поеду учиться на киноакадемию Никиты Михалкова, такой проект годовой, и это уже совсем другая история. Это уже совсем вообще новый. Все начать с нуля, приехать в тот город, где тебя вообще никто не знает, и там никто ни в каком заведении к тебе не подойдет, и ты никого не узнаешь. И все, начать с нуля. Во-первых, это киноиндустрия. Во-первых, это перспектива нужна, развитие, потому что мне очень хочется уже как-то развиваться и расти, а здесь все уже начинает немножко забуксовываться, уже без пяти минут как в потолок уперся. Поэтому все так случилось, опять же, само в моей жизни, и театр вернется, и для меня все равно актерская профессия будет основной. Мне просто хочется кино, вот и все, до безумия хочется кино, и только мне этого по-настоящему сильно захотелось, все к этому само случилось, и все. Поэтому вот это первое, где я говорю об этом открыто, заявляю уже, чтобы где-то кто-то сейчас это мог увидеть, это может уже кого-то могу расстроить, кого-то порадовать, что наконец-то он уходит, а кому-то наоборот, что жаль, что Георгий покидает наш город. Это первое открытое заявление такое на камеру. Георгий, спасибо большое, что нашли время для того, чтобы посетить нашу студию. Успехов вам в вашем новом поприще, в новом городе. А в гостях у проекта «Отдых63.ру» был актер, шоумен Георгий Кузубов. Меня зовут Ирина Егорова. Увидимся на страницах проекта «Отдых63.ру».